Волонтеры ВВФ приступили к работе. Первыми выполнять свои обязанности начали ребята функционального блока аккредитации. Они выдают бейджи участникам и техническому персоналу форума. Молодых людей обучали профессиональные тренеры с богатым опытом волонтерской деятельности на крупнейших мероприятиях. Волонтерам третьего ВВФ предоставляется трехразовое питание во время работы, современная форма и возможность бесплатного размещения в студенческих общежитиях ДВФУ. На третьем Восточном экономическом форуме будет работать более 500 волонтеров. Большинство из них – это приморцы. Все ребята, которые заявили желание стать волонтерами на Восточно-экономическом форуме, прошли экзамен, в рамках которого учитывались и компетенциями, которые владеет волонтер, и знания иностранных языков, и опыт работы на предыдущих форумах, ну и также другой волонтерский опыт на других мероприятиях.